Проверки показали, что организация «Липецкоблводоканал» допустила 17 нарушений. За это юридические должностные лица организации привлечены к административной ответственности по 5 статьям за нарушения в области охраны окружающей среды. Общая сумма штрафов составила более 700 тысяч рублей. Устранить нарушения необходимо до 31 мая этого года. Также причастную к загрязнению реки компании «Овощи Черноземья» штрафовали на 550 тысяч рублей. Об отравлении Усманки стало известно еще в ноябре. Тогда произошла массовая гибель рыбы в реке на территории Воронежского заповедника. Пробы воды показали, что химические показатели в водоеме сильно превышены. Например, содержание иона аммония выше в 54 раза. Это значит, что в воду сбрасываются или органические удобрения, или фекальные стоки. Втрое превышены показатели нефтепродуктов. Гражданские активисты на имя председателя правительства России Михаила Мишустина написали петицию за спасение реки и о факте загрязнения сообщили в ЮНЕСКО. Олеся Лисюк, Александр Панин, 41 канал.